Едем домой с победой! Ура! 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 Театрализованное представление в трамвае маршрута номер один сегодня успешно отыграли активисты барнаульской школы. В военной форме они ехали домой с победой, исполняя для пассажиров песни и частушки военных лет. Кто не знает, русский танк Т-34 от войны и до сих пор самый лучший в мире! На конечных остановках трамвая Победы, Новом рынке и Площади Свободы артистов встречали другие школьники и родители, разыгрывая встречу жителей с бойцами. Мне очень нравится мероприятие. Я помню по подвигах всех наших. Это была Великая война Отечественная с 1941 года до 1945. Шла 4 года. Очень хорошо, очень празднично. Спасибо. Вам удалось погрузиться в эту атмосферу? Ну, конечно, у меня папа от Курской дуги до Берлина прошел. И только в 1947 году, когда наши войска оттуда вывели, и он приехал домой. И я вот в 49-м родилась. У меня дедушка воевал, и поэтому я это ценю и уважаю. Возрождать это надо. С детства это надо воспитывать. И чтобы они помнили о наших предках, о погибших. Трамвай Победы по улицам краевой столицы шествовал уже в 4-й раз. Я каждый год обязательно принимаю участие. Вот сегодня я преподаю в 64-й школе. Даже отпросился с уроков, как ученик. Но я как учитель отпросился с уроков. С одной стороны, да, праздник со слезами на глазах. А с другой, это великая радость. Мы изображаем солдат, которые живые едут домой. Прошли такую войну, получили награды. Одержали победу над таким страшным врагом. Спасли вот этих всех детей, которые сегодня здесь. Танцуют с нами и тоже радуются замечательному Дню Победы. Всего в праздничной акции приняли участие учащиеся, педагоги и родители 5 барнаульских школ. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.